стоит ли начинать играть на серверах проекта Comeback PV в 2024 году. Эй, hey, вот здорово с тобой, Румыч. И я тот человек, который наиграет на этом проекте больше трех лет. В целом он уже существует тоже чуть больше трех лет. В ноябре открылся... 2020 года открылся первый сервер Comeback PV 1.4.6. Сейчас это Comeback PV объединенный Main с XOM. Вот это мой лучник уже с Икса. У меня есть также еще Син, который был на мейне, и сейчас он есть. И в этом ролике я вам расскажу о том, что происходит с проектом, что здесь по онлайну, что на 1.4.6, что на 1.3.6X, что на 1.3.6 мейне. И также расскажем о будущих планах на этот год у проекта. Записываю этот ролик, потому что прошлый ролик я записывал насчет того, что происходит у меня в клане. Если вы не видите, то я являюсь мастером клана Insanity. И мне писали в комментариях, что якобы, блин, вы там полов... у вас 70 человек на ГВГ выходит под сада, и что онлайна на сервере нет и так далее. И я вот честно скажу, я вот вижу эти комментарии, и как будто бы у меня складывается ощущение, что человек вообще не тут, потому что он не понимает, что вообще происходит, он не играет на сервере. Возможно, какие-то, я не знаю, меня какие предположения, что это только какие-то, может, купленные комментарии или еще что-то, еще кто-то там лает, тоже надо пролайкать, чтобы они висели вверху и так далее. И я вам расскажу то, что я знаю на сервере. Если я не знаю, там, да, за 1.36 нынешний, то я вам скажу, что ребята, я там не знаю, что там происходит. Да, там есть кланы. Вот, но что конкретно там происходит в плане явки и так далее, я вам не скажу. Сейчас у меня все, вся моя жизнь происходит именно здесь на 1.4.6. За 1.4.6, я вам могу пояснить. А к цифрам мы пройдем чуть позже. Давайте, наверное, начнем с 1.4.6. А, касаемо малого онлайна, возьмем, откроем карту. А, у нас есть. 2-1 клана. Это Мальпарида и Концентрейт. Есть также тир uh, 2 кланы, это в данный момент мы, Инсанити, Тачи и Праймы. Есть что-то между Тер 2 и Тир-1 это пуджи, которые переезжают, наверное, любой Тир-2 клан, но при этом э, не могут э, противостоять Тир-1 клану. Пока на данный момент это так. И в целом по количеству людей, да. Помимо этого есть еще дальше Тир-3 там какие-то кланы. Есть много ПВЕ кланов. По поводу явки. Во-первых, у меня есть скриншоты в Телеграм-канале, где я каждый раз хожу на БД, скидываю. Сейчас на данный момент на БД ходит в районе тысячи человек на сервере. 1000 человек на БД. Возможно, это связано с компендиумом, но возьмем цифру 800. От 800 до 1000 человек только на БД. Это раз. Во-вторых, тир 1 кланы. Выводят на ГВГ фулки свои, есть даже люди, которые на ГВГ не попадают просто потому что либо по гиру и так далее, то есть в целом там заряженные чуваки с РЦГДшками, со всем вот этим, там заряженные попадают, есть такие же ребята с РЦГД, которые даже не попадают на ГВГ, либо где-то там попадают, но не на все, соответственно у них с фулками проблем нет, у них есть еще на достаточное количество людей в резерве, на фан они выводят, возможно где-то по 80, наверное, человек со стороны, ориентировочно. Дальше, пуджи. Пуджи выводят э, тоже свою фулку без подсадов. Э, иногда, конечно, явочка может падать, да, и где-то там возможно будет не хватать. Скорее всего, у них с, и с фулкой тоже проблем своих нет. В плане явки на фаны выходит, наверное, человек 50-60. Да, плюсуем. Просто вот фан в мировой босс происходит. 80 с одной стороны, тир 1 80 с другой. Но если что, в комментариях меня поправят. А 60 где-то пуджи, это уже получается 3 клана просто три клана выводят 220 человек. Также там присутствуют тир два кланы. Например, если мы возьмем четверг, это был босс камбэк, нас вышло 43 человека. То есть нас вышло 43 человека, инсанити. Есть тачи, которые выводят, скорее всего, примерно, ну, чуть, возможно, поменьше людей. Где-то, возможно, 30-35. Но плюс у них еще есть сентури, да, которые тоже выводят там определенное количество людей. И, в общем, вот этого два, клана тачи и центре выходит ну где-то там 50 может быть чуть больше может быть чуть меньше точные цифры опять-таки это предположение а дальше следующий клан Праймы выводят, то есть это уже получается мы, плюс они, это уже тоже где-то 90, под 90 человек. Плюс еще праймы выводят тоже в районе того же количества, что выводим мы. Может быть чуть больше, чуть меньше, в зависимости от явки. То есть это еще плюсуйте там 40 человек. И того только Тер-2, ну с альянсами выводят там 150 человек. То есть там 220 человек просто вот где-то там, плюс еще 140. <с> это просто, что выходят на фаны. Это просто те люди Это мы. Причем, что вы считаете Каждый из этих кланов Мы выводим фулку, да, с подсадом Но у нас подсада там в районе, наверное 10 человек максимум на данный момент Даже чуть меньше Дальше, тачи выводят тоже фулку Тоже, возможно, с каким-то подсадом, да Пуджи фулку Прайм и Фулку тоже, тоже там где-то, возможно, у них там а, тоже 70 человек своих выходит. Может быть, 60, 65, 70. Ну, вот, что вы понимали, просто о каких цифрах онлайна идет речь? Это мы и берем еще в то, что есть Империалы, ПВЕ на карте, именно на карте. Дарк Фейт, здесь были Флавлисы. Помимо этих всех кланов еще есть куча кланов, которые просто ПВЕ, которые кланы, которые набирают новичков. И вы мне пишите, что на этом сервере нет онлайна, серьезно, вообще. Я вам так скажу: я застал за три года много различных периодов жизни сервера. Я вам скажу, что сейчас, даже несмотря на то, что этому серверу уже три года, и здесь уже есть такая история, что здесь авергиры там и так далее. И так далее, он живее, даже в даже тех моментов, когда сервер был ну на мейне, когда был просто сервер мейн, было лето, было наверное самое тяжелое лето, когда было плохой а, ну онлайн действительно когда было проседание сейчас что здесь происходит и как люди новые приходят в клан и как это все развивается невероятные числа онлайна поэтому просто писать что на этом сервере нет онлайна но это Извините, это стыдно. Да, есть нюанс такой, что здесь год, 3 три года серверу. Да, здесь овергиры есть и так далее. В целом, есть ребята у меня в флане, которые играют там три месяца, собрали R8R и уже выходят с нами на ГВГ, выходят на фаны и себя нормально чувствуют. Так что порог, конечно, не сильно большой. Понятное дело, что сервер ПВЕ, здесь нужно фармить, одеваться, но для этого все возможности есть. Для того, чтобы просто поиграть и вступить в какой-то клан, да, вы в тир-1, скорее всего, не попадете. Там действительно жестокий отбор по гиру, а, то есть там прям нужно каким-то сверхгирнутым быть, но тер-2 противостояние, вы спокойно можете вступить в любой клан и выходить на ГВГшки, на фаны и драться, если вам это интересно. Если вам интересно по составляющей, есть куча кланов, которые фармят КХ, набирают новичков и так далее. Что дальше? 1.4.6 в этом году откроется осенью. Камбэк ПВ сделали теперь такую историю, что у них будут открываться иксы на полгода. В, это, в январе открылся 1.3.6 X и сейчас уже живет своей жизнью. И осенью откроется 146. Поэтому камбэк за эти три года себя невероятно сильно зарекомендовал. И это видно по онлайну. Это видно по онлайну. Все вот эти вот комментарии я понимаю, окей, э, не всех устраивает история, что вот надо на трехлетний сервер идти. Ждите осенью новый. Для вас админы сделали такую опцию, чтобы вы, кто боится идти на старый, ждите новый. На новом будет онлайн. Я думаю, намного не хуже, потому что камбэк себя зарекомендовал. Так что у вас теперь есть еще и опция. И пойти на новый. Я сам, если честно, мы с с кланом пойдем на новый сервер. Потому что лично мне нравится вот эта вся движуха старт в равных условиях. А вот то, что мы сейчас видим, то, что мы там видим в других каких-то кланах, каких-то загиренных. Даже я сам загиренный. Я сам, как загиренный человек, говорю, что я бы захотел бы поиграть на новом сервере. Я понимаю эту позицию. Я не осуждаю у каждого свои вкусы и так далее. Хотите стабильный сервер, чтобы залететь, и вы не... И вот я стартанул Сино. Три года назад собрал ему девятый ранг за год, наверное, пушку, кольцо и задонатил туда уже там сотню тысяч в этого персонажа. И тут персонаж до сих пор жив, и на нем можно играть, ходить на фаны, ходить на ГВГ, ходить на БД, ходить на другие любые ивенты и не беспокоиться. Если вы ищете этого варианта, камбэк — это единственный возможный из всех фришек, наверное, на данный момент выбор. Насчет нового сервера я вам сказал. Осенью откроется новый 1.4.6. В следующем году, там где-то в начале года, откроется также 1.3.6X. И будет там движуха 1.3.6, 1.4.6 Вы Выше версии, ну, от этого проекта На данный момент не ждите Поэтому, если интересует сервер Выше, тут я вам скажу, что Вам придется поискать другой вариант Но, сами понимаете, эти варианты Они открываются Вот уже сколько я увидел этих открытий Ну... Как показывает практика, дольше 2-3 месяцев не живут вообще эти серверы, тоже имейте в виду, но в целом не отзываю вас от того, чтобы вы шли там, играли и кайфовали. Что проходит, по, проходит на 1.46X? На данный момент там а, огромнейшая доминация одного клана S.A.P.Q.R., -E -E и также есть куча других мелких кланов. Тер-2, скорее всего, возможно, уже есть. Есть Тер-1, да, там какое-то противостояние, но его пока нет, потому что там далеко стоят территориально, по фанам там. Но в целом это было и на Иксе, если что, ни для кого не новость. Но там есть движухи между, между мелкими кланами, есть Тер-2 кланы, которые между собой будут ГВГ, и там этого контента тоже будет хватать. Так, давайте быстренько посмотрим онлайн. Поговорим немножко о онлайне. 1.3.6 мейн. 1.36 Main январь. Да, перед открытием. Перед открытием онлайн составлял 3700, 3500, 3700. Учитывайте это где-то 1000 котов примерно. Примерно 1000 котов. То есть, то есть 2500. А дальше открылся 26-го здесь где-то открылся сервер новый, но при этом сами понимаете, что здесь было обновление просто перед открытием сервера, поэтому здесь вот такая штука происходит. Они сделали дальше такую историю, в феврале, как раз в обнове, то, что теперь нельзя оставлять чара в онлайне. Но там была фишка, когда ты выходишь из игры, ты при этом оставляешь чара в онлайне. Для чего это делается, непонятно на самом деле. Ну, типа люди хотят просто своего чара оставить там на какой-то АФК точке, чтобы вот я стою, и меня там, я вот такой там крутой, у меня там шмот, чтобы у меня смотрели, я не знаю. Вот так люди оставляли. Эту функцию убрали, теперь это делать нельзя, только ты можешь оставить кота торговать. Поэтому чуть-чуть здесь таких персонажей стало меньше, и сейчас уже нету такого. Раньше, раньше цифры были онлайна меньше, но при этом стояла куча фокачаров что на 146, что на 136. Сейчас онлайн больше, но при этом еще и нет фокачаров. Они как раз-таки поэтому это и сделали, что они видят, что в целом, блин, у нас какой-то невероятный онлайн. Что на 136 Мейни, что на 136 Xe, 3800, 3600. Это учитывайте, что здесь нет тысячи котов, здесь нет тысячи ста котов. Очевидно, что на Xe онлайн больше и количество котов там меньше. Они, конечно, потихонечку, помаленечку будут эти коты ставиться, но сейчас все упор ты просто в кач, 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 никаких котов. Ну, кто-то уже, конечно, поставил, определенное количество котов есть. Но для этого мы можем с вами сравнить. Давайте мы сравним. Открываем камбэк ПВ, заходим в базу котов, открываем 1.3.6. А у нас здесь на страничке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 в строчке. 129 страниц. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Открываем калькулятор.

на 400 котов меньше. Сервер про котов, здесь нет комки, здесь есть аукцион, но в основном это коты. Так что считайте, здесь 1400 котов на мейне, на иксе 1100. И при этом онлайн выше на сервере, чем что даже на мейне, что даже на иксе выше, чем на открытии 1.3.6, который был вот этот мейн открытие. Камбэк ПВ 1.4.6. Тут мы смотрим январь, вообще онлайн 6900, 6100, здесь вот как раз обнова была, 7, 7, 7400, здесь тоже была обнова, 31 числа, и открываем февраль, тут также оффлайн персонажи убрали, 6600, 6500, 7100, можем посмотреть абсолютно легко, сколько котов у нас стоит, Котов у нас стоит 199, но это учитывайте то, что очень много чаров стоит сейчас в медитации. То есть, чтобы медитацию теперь... Можно поставить медитацию персонажей, чтобы у тебя персонаж остался, и ты просто выключил компьютер, пошел спать, тебе ему нужно поставить кота. Поэтому мы учитываем то, что у нас 11 умножить на, 90, на 198 и плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, плюс 8. Две восемьдесят шесть котов. Минусуем. Это у нас онлайн на один-четыре. 6. Так что, в плане фанов, в плане всего остального, я вам рассказал, сколько количество людей выходит. Сейчас, на данный момент, я вам с уверенностью могу сказать, что сейчас это, наверное, одно из лучших периодов камбэка по онлайну. То, как, как летит чат, то, как э, люди даже приходят в клан, условно новые, которые начинают играть. Люди уже надоедают им бегать по этим серверам, они хотят просто стабильной игры. Так что, я вам сказал, что если что, осенью ждите 1.4.6, кто хочет влететь на стабильную Сервер. Да, понятное дело, что там будет полгода хотя бы не три месяца как это на серверах, а потом оно сольется с мейном. Но лично я, я вам свое мнение скажу. Лично я готов э, играть на новых серверах. Мне интересна вот такая вот движуха по полгода дальше, когда это оно сливается. Это понятное дело, что там уже гир не гир и вот это все пятое, десятое, оно довольно напрягает. В целом меня устраивают такие полумарафоны давать. На сервере качаться, играть. Вы можете выбрать, что хотите. Можете стартануть на мейне, сделать себе персонажа, его развивать, 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 потом сливаться. Все равно какие-то игроки будут после слияния оставаться. И играть какой-то новый приток будет. Поэтому вот все, что происходит с сервером. сервером остальное курс голды и все вот эти вот ресы, которые стоят, вот, допустим, та же самая нирка, когда-то стоила вот на 1.4.6. Мне ныли, мне плакали. Ой, восприятие стоит лям 400. Ой,

восприки Все ресы стоят невероятно много из-за того, что приходят новые люди и собирают себе шмотки. И это показывает вам экономика, то, что здесь происходит на этом сервере. Ознакомиться более подробно с ценами на все ресурсы вы можете у меня в телеграм-канале, у меня есть каждая неделя формируется табличка со сводкой 1.3.6, 1.4.6. Смотрите, что здесь происходит на сервере и если захотите залететь, то регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, которая находится в описании, получайте на бонус на 50, 80 и 100 уровне. Можно все что угодно, единственное, что вы должны понимать, так как сервер живет долго самые дорогущие ресурсы на данный момент это с БД печати владыки ордена славы, с которых просто делается финальное снаряжение 9 ранга. Оно действительно стоит очень дорогих денег. Но также шлем героя. Ну и можно сказать, шлем героя там стоит где-то 850 чеков. Орден славы 700 750 чеков и шлем героя, это, и плащ Вознесения стоит там 3,5 лярда примерно. Это вот финальная шлем, финальная накидка, Орден Славы, фулл, финальная сры. Ну, это прям ультрафинальное снаряжение, но при этом себя можно спокойно чувствовать в R8R. Но, естественно, конечно, нужно какое-то оружие, либо R9, либо CGD, РЦГД. Вот сейчас это, наверное, такие финальные снаряжения. Поэтому это все, что я вам хотел рассказать. Спасибо большое за просмотр.